Так, значит, я сейчас, сегодня у нас 1 января 2020 года, я дальше хожу, здесь вот Неглинная улица, значит, ну, вот здесь Сундуновский переулок. Ну, в принципе, главное то, что на нем находится Сундуновские бани. Вот он был назван в честь Сундунова, конечно, потому что здесь был Неглинный переулок, и они их переименовали в 1994 году. Вот, и здесь очень много центробанков, значит, ну вот центробанковская парковка, там парковка для инвалидов есть, но я не знаю, скорее всего, конечно, постоянно занята. Здесь подъем, спуск, конечно, не очень удобно. Вот. И здесь вот, ну, вход в Сандуны, там то все, то есть вот так вот. Вот, вот здесь вот Звонарский переулок, значит, вот проживали звонари, которые Кремлевский собор обслуживали. Вот, и здесь они, соответственно, Слобода была звана. Вот, и они вот здесь вот проживали. И как бы в честь них назвали вот этот вот переулок. Вот. Ну, здесь такие приличные дома. Такие, ну, уже современные, потому что это видно. Все уже современное. Ну, какие-то дома остались доходные, так называемые. Ну, в принципе, вот. Здесь вот так вот. Подъем, спуск, вот этим, с этим надо быть аккуратным. Вот здесь вот уже, ну, идут такие современные дома, это видно. Вот здесь пешеходная зона. Вот это там же в Сандунах также идет. Здесь у нас что-то. Вот здесь указатели, ну, то вот в Сандуны, да. А, значит, лавка Сандунов. Вот. Бани высшего разряда, второго разряда. Мужские разряды, высшие мужские разряды. То есть вот это как бы Сандуновская, Сандуны. Бани, вот они идут. Ну, здания, относящиеся к баням, потому что Сандуновский переулок там. Вот здесь, оказывается, департамент культурки, находится кадровый центр. Также в Звонарном переулке. Вот, а здесь какое-то вот просто жуткое здание. Ну, это, в принципе, наверное, к Сандунам относится, труба. Вот. А здесь просто какой-то, типа, гаража. Вот оттуда я пришел, это Звонарный переулок. Значит, здесь очень, ну, как бы большой спуск резкий. Ну, заканчивается он, ну, в честь его и назвали. Вот, церковь. Вот, церковь. Николая Чудотворца в Звонарях. Вот. То есть вот ее здание там. Все необходимые. Вот. И все так аккуратненько. Вот она действующая, все, вот в честь нее. Ну вот, в принципе, конец Звонарным и Сандуновским.